Всем привет, друзья! Меня зовут Влад, мы с вами продолжаем играть в Человека-паука, и у нас с вами есть здесь какое-то задание. Тут вроде бы как какие-то ребятишки опасные, вот, ну давайте, собственно, посмотрим, в чем, собственно, заключается их опасность. Сказали отследить эту цель, это задание. Так, это где-то вот здесь 80 метров остается. Так, окей, и что здесь? Грабители просто? Давай! Прикрывай. Так. Какие-то лютые парни. Ну, получается, просто их отделать. Теперь вот этих уверен, пацанков и все. Ключи. Нажмите F для паутинного удара. Кстати, прикольно. Противники с холодным оружием способны блокировать большинство атак, но уязвимы для подбрасывания в воздух паутины и бросков предметов. Окей. Подожди, в смысле, Не, так я же много раз кую так нажимал. В смысле, что за странные манипуляции сейчас были? Так, окей. Здравствуй. А, типа он блокируется? Нифига ты крутой. Подожди. Давай-ка я сейчас люком тебя, Скайуокером. Окей. Так. Здравствуй. Куда собрался, малыш? Далеко? Так. Бах, пацаны, все нормально? Сейчас еще одно метну. Бах. Окей. Здравствуй. Слушай, а он прям закрывается вообще нормально. Мне кажется, ему надо просто вот так сделать. И все. Так, и добиваем. Бэу, отлично. Так, жетоны преступлений. Все, готово. Спасибо. Еще недалеко от тебя разбойное нападение. Везучий ты, Юрий. Твой любимый, грубый, но милый, опытный детектив готов к бою. Чего? Нет, ты обещал, что больше не... Коп-паук. Да он уже идет, все, можешь не париться, Юрий. Так, окей. Ты можешь останавливать сколько угодно. Человек-паук, как говорится, всегда в деле. Так. Так это ты, стукач. Отвали, урод. Тимати Шаламы, бля. Это она. А, это девочка. Ой, бля. Тимати Шаламе. Так. Все, надо Тимати спасать, ребят. Хорош. Это Тимати Шаламе пришел, если что. Кто еще не в теме, короче, ребятки. Так, окей. Цепляем мы, пацанов. По красоте, короче, прям вертуханом так разделываем. Так, окей. Замечательно. Бау. Блин, как же мне нравится боевочка, а. С Кингпином еле справился, но сейчас... Воу, нифига ты крутой. Так, может тебе ведро, братишка? Полбута. Нормально? А, ты типа из... А, я понял, он типа мега крутой, да? Но мне нравится с предметами как бы взаимодействовать. Я спас Тимати Шаламе только что. В смысле? Ну это надо прям жестко. Это прям... Это что надо сделать? Подожди, в смысле? Спасите заложника, пока не стекло время. Используйте для прицеления, затем Е. И чё? Подожди, у меня не делается? И чё? А, все нормально. На, просто, по щам. Ты цел, Тимати? Все в порядке. Я знала, что Джеймсону нельзя верить. Глория. Ты немного странный, но с добрым сердцем. Вас куда-нибудь проводить? Немного порваны. Я сама справлюсь. Чуть-чуть порван еще. Не сомневаюсь, но имейте в виду, есть такое место, центр пир. Видела. Мне не нужны подачки. Там лучшие оладьи в городе. Уверяю. Мама когда-то пекла оладьи. Я не пробовала их. Уже давно. Я зайду туда. Спасибо. Ловлю на слове. Паук. Человек-паук. Человек-паук. Ну... Я так и знал, что он так Оттуда скажет. Оттуда можно разглядеть следующую вышку. Так, летим туда скорее, братишка. Так, окей. Пэм. Поднявшись на вершину, Коп-паук разглядел свою цель. Вторую охранную вышку. Сейчас мы будем ее чинить. Про тебя, что ли, вещаешь? Что? Нет, конечно нет. Типа в копы записался, да? Копа-паука. Считала его диким зверем. Она еще на связи. Я уже жалею.
она еще на связи. Зря ты себя копом назвал. Смотри, сейчас проблемы появятся у тебя с законом. Так, окей. Шифруем. Эти вышки не только на преступления. Так, давайте расшифровывать. Так, окей. Вот оно почти подходит. Вот тут еще немножко добавить любви. Вот здесь, вот так, чуть-чуть вот так. Нет, вот так, и здесь уже сексуальность добавлять. Ну-ка. А нет, это слишком жестко. Вот здесь. Вот надо. Вот здесь, и вот здесь вот. Вот так, и секс чуть-чуть вот здесь вот. Нет? Вот. Секс это значит хорошее звучание, я имею в виду. Блин, микрофончик что-то у меня тут в пыли, надо его протирать будет. Есть! Теперь вышки ловят все радиочастоты. Паучок у меня с пылью. И поблизости тут что-то есть. Что же это? Что-то зелененькое. Похоже на канистру с бензином. Сейчас заправимся с тобой, братан. Так, окей. Сейчас посмотрим, что это у нас такое. А чё, цель пропала? Она же должна быть здесь, не? Она на этом домике? А, вот. Какая-то Ого! Штукенция. Это же мой школьный рюкзак. Забыл, что ли, да? Что цеплял на них маячки. Нифига он, блин, вспомнил. Сколько он уже висит у тебя тут? Посмотри, может там костюм запасной есть, интересно, а то что-то так... таких по всему городу? Голеньким ходить. Фига ты там наставлял. Ищите рюкзаки, чтобы получать жетоны, которые можно тратить на изготовление более качественного снаряжения. Офигеть. Рюкзаков, конечно, прям дофига. А можно как-то метку вставить, нет? Своя точка. Вот, да? Сейчас меточка стоит. Получается, ты да? Ты еще там? Недалеко от тебя ограбление. Коп-паук в деле. Опять? Он и человек, и паук, но главное коп. 55 рюкзаков, короче, надо найти, да, я так понимаю? Окей. Так, ограбление происходит. Летим, ребятки. И что здесь? Профессора Ксавьера грабят. Профессор Ксавьер, вы чё? Вы же могли бы отпор дать ему давно уже, этим ребятам. Ему вообще все равно на вас, пацаны. Он просто их ни во что не ставит, и все. Он еще сейчас разнесет вам кассу, на всякий случай. Воу, в меня целится. Братан, ты че? Ты че, дурачок? Успокойся. Воу, а ты-то кто такой? Еще? Будь вы так усердны, это ко мне, пацаны, приехали. Сейчас я двери у вас, как говорится, быстро оформлю. Так, окей. Держи. Все, кончились. Красиво с ограблением. На страже мира. Так, Юрий, сейчас починю последнюю вышку в Чайна-тауне. Ты не хотел сказать, коп-паук ее починит? Я тут подумал, Юрий. Служба закону – удел молодых. Я смотрю, ей понравилось. Он уже слишком стар для этого. Ей понравилось, что я коп-паук, я понял. С сегодняшнего дня коп-паук в отставке. Так быстро? Ты две вышки всего обезвредил копом-пауком. Ты должен был давно уже паучком-копом. Копе-пауке безвременно. Юрий? Юрий, ты тут? Наверное, не выдержала эмоциональности момента. Она устала просто. Так, удерживайте, чтобы прицелиться с этим сэ, чтобы приблизиться, восстановить сигнал. А, ну, окей. Так, подожди, а он... А, все. Я думал, надо залазить теперь. Так, подобрать длину волны. Так, давайте вот здесь как-нибудь попробуем опять. Вот как-то так. Вот, окей. Вышки показывают на карте различные находки, испытания, побочные задания. Короче, это как синхронизация в Assassin's Creed, да? Типа, проходит синхронизация, и на карте видно, что происходит. Я понял. Уровень 2, уровень 3... Больший урон в рукопашном бою. Что-то такое-то было написано. Неплохо. Плохо. Нельзя, чтобы три волоска на моей груди попали на камеры. Я о чем? Уже давно пора зашиться, заштопаться. Инструменты для ремонта костюма в лаборатории. Интересно, доктор Октавиус уже ушел? Так, давай мы рюкзачок заберем сначала, а потом мы к доктору Октавиусу и ко всем ребятам сходим.
кому можно и кому нельзя тоже. Так, окей. Доктор, как все прошло с комиссией? Мне жаль, что я все испортил. Вовсе нет, Питер. Они просто боятся величия нашего грядущего триумфа. Они успокоятся, вот увидишь. Мне прибраться в лаборатории? Нет-нет, я все равно ухожу на ужин. Продолжим завтра. Отдохнем и продолжим творить будущее. А я вот не понял, а рюкзачок-то где, блин? Только его что же он... оптимизм на развес бы продавать. Похоже, до завтра он не появится. Можно заняться костюмом. Подожди, а только что поблизости рюкзак был. Почему? А, в смысле? Так он там, что ли? 1100 метров? А, да, ну давайте я слетаю на тот, который 1100 метров. Я думал, он где-то здесь близко. Офигеть, я не думал, что 1100 метров до туда надо. Офигеть. Так, окей. 1100 метров. По-моему, где-то здесь показывался рюкзак. Очень странно. А нам сюда с тобой надо аж. Офигеть. Так. Так, ну хорошо. Главное, что мы сейчас заштопаем себе костюм. Я сейчас немножко так призадумался. И будем наконец-то на нормальном костюме с тобой рассекать здесь по городу. Внимание! Подозрение на продажу наркотиков. Нужны машины в нижнем ист-сайде. Сейчас я сначала только рюкзачок возьму, а потом схожу приму наркотики. Так, окей. Так, 60 метров это здесь. Тара-та-та. Куда ты там его нацепил? Нифига ты его прицепил, братишка. Так. Здесь, да, где-то? Окей. Жетоны рюкзака. Так, F для просмотра. Раненое плечо в итоге зажило. Счет пришлось оплачивать дольше. Угу. Прикольно. Так, навыки. Я сейчас могу еще, да, прокачивать? У меня доступное очко появилось. Навыков я имею в виду. Паутинная проща. Находясь в воздухе, удерживайте, чтобы нанести удар с раскачкой и подбросить врага в воздух. Ну, давай попробуем. А чё нет? Чё бы нет? Так, все, теперь я на основной квест полетел. Так, окей. 2 километра до туда. Но ничего, слетаем. Быстрого телепорта, я так понял, быстрого перемещения нет. Замечено незаконное вторжение. У нас вызов в нижнем ист-сайде, прием. Так, вторжение я пойду пресекать. А потом все сделаю как надо. Проклять! Так, где, кто вторгается? Куда? В кого? И, че? А кто вторгается? Не понял. А, на крыше? Ого, там пацанов. Я вижу, сколько там ребятишек. Здравствуйте, пацаны. Классические взломщики. Люблю традиции. Как у вас дела вообще? Фиск сел в тюрьму, и детки решили порезвиться. Так, окей. Блин, хорошо прибили меня сейчас. Но я покруче сделал, конечно. Так. И вот так еще у тебя надо бы. Пиу. Вот, жди полицию теперь. Сейчас вы отправитесь в тюрьму. И у меня плохие новости. А, трех надо было привязать к стене? Блин, ну простите, только я не знал, что у меня это задание, привязал только одного. Двух или одного, не помню. Спасибо большое. Надо было еще пораньше мне об этом сказать. Может, я бы привязал побольше, ребят. Так, окей. 1000 изменений. 1000 мерсишек. Я взлетаю. Я взлетаю, все хорошо. Я никого не... никому не докучаю. Все нормально. Все хорошо. Блин, красивая игра. Ничего не скажешь. Очень хорошо, пока что мне очень нравится, реально. Я, как человек, который очень любит Марвел, вообще, в принципе, всю... Нью-Йорк шумный. Всю вселенную Марвел, скажем так, обожаю. Так, давайте проверим, где еще у нас. Так, а где? Где? Пока не видно, ладно. Зато рюкзачок вон на пути есть. Сейчас рюкзачок возьмем и на миссию. Так, рюкзачок здесь где-то, да? Куда ты его подвязал? Где он у тебя? Внизу, что ли? Не понял. Как это так?
В смысле? Так, наверху рюкзак получается уже, да? Я не понял, он наверху или где? Здесь, что ли? Нет. Подожди, а куда он его привязал? Я чего-то сейчас не понимаю. Что-то не вижу, да? Где-то здесь. Хм. Подожди, как он так спрятал рюкзак, что я его не вижу? Подожди. В помойке, что ли? Серьезно? На таком видном месте? Плюшевая игрушка. На таком видном месте рюкзак привязал? Красавчик, что, ничего не скажешь. Так, ладно, я пойду на задание. Потом с этими, с побочками разберусь. Давайте на задание сгоняем. Так, окей. Блин, чувствую себя, конечно, настоящим Человеком-пауком, Питером Паркером, чистейшим. Так вот, мне нравится очень вселенная Марвел вообще, и киновселенная, и мультсериальная вселенная, всяческая вселенная Марвел мне нравится. Не все супергерои, суперзлодеи мне нравятся, но основные фильмы, основные мультсериалы, основные комиксы за героев, конечно, One Love. Так, я сначала, пожалуй, заштопаю себе костюм, миссию новую начну, а потом мы решим, что дальше делать. Так, окей. Пока что это выглядит очень охуительно. Простите, пожалуйста, за выражение, но это так и есть. Так, окей. Ух, воу, что это, я сейчас в баг попал. Я думал, взлечу, нормально все будет, но нет, не получилось. Через балконы, как к себе домой просто. Как я не знаю, как по тротуару бегу, короче, такое все сношу на пути. Так, мне сюда. Так, пока что давай сюда. 2 километра до квеста было. Офигеть, я летел туда полсерии сейчас. Такс. Чуть-чуть бы зашиться бы. Костюмчик бы зашить себе. А, мы к доктору, окей. Кажется, док до утра не вернется. Пора заняться паучьими делами. Так, какими из? Опять сюда что-то? Мы пробуем улучшить наш новый протез. Я должен просмотреть исследование дока и перепроверить его работу. А, он усиляется у него в лаборатории, я так понимаю. Так. Точность привода. Минимальное усиление захвата. То есть мы можем это сейчас делать. На этой станции вы можете работать над проектами схем. За завершение проекта вы получаете опыт, другие награды. Так, окей, получается, я могу вот, например, сделать вот это, да? Да, пытался улучшить отзывчивость пневмопривода. Прикол. То есть я могу вот эти штукенцы мутить, да? Поворачивать, делать. Так, ну давай попробуем. Чё нет-то? Мы же можем себе как бы позволить у доктора поусилять, опыт позарабатывать. Это такие дополнительные задания, короче, которые тоже очень даже весьма приятны. Все, сейчас мы все сделаем. Пожалуйста, сделано, опыт получен, готово. Здорово. Очень плавный отклик. Замечательно. Минимальное усилие захвата. Так, здесь что? Так, теперь настроим силу хватки протеза. Сила хватки протеза. Так, ну значит, смотри. Хватка протеза, тетя Тереза. Вот так делается. Вот так делается. И, собственно, протезируется, ребята. Беспроблемно, причем это делается. Так. А, нет, здесь прямая как раз-таки до сих пор идет. Потом вот такая штукенция и вот такая. Так. Ну, пока легкая темка. По крайней мере, кости, пожимая руку, не сломает. Так, пространственная карта. Чего она дает у нас? Интересно. Вычисление дока по системе пространственного отображения. Ага. Такое интересное пространство сейчас отображение вот в этой всей темке, что я немножко это... Как-то приблизили они пространство. Так, вот эту давай. Так, и походу еще одну, да? Да, походу еще одну, а потом вот здесь вот...
Уже вот на таких попробуем. Так, ага. Готово, продолжаем. Круто. Круто. Руки теперь будут ощущать окружение. Круто, компенсация баланса. Тело. Настрою гироскоп руки на автоориентирование. Так, здесь требуется напряжение 4. Для этого, во-первых, еще надо вот эти правильные, как они, полярности, или как их применять. Для этого мы берем вот это. Это одно, да? А, то есть, в смысле, вот это нужно сразу, что ли? Нет, это и хватает, я так понимаю. Так, сейчас попробуем. А, нет, это не хватает. Это вообще не хватает даже рад... Даже. Подожди. Оно ж поворачивается? Вот, теперь оно нормально. Так, теперь. Делаем вот так. Так, сюда нужно... А она будет поворачиваться? Она будет поворачиваться. Замечательно. Так, теперь. Это уже у нас 2,5 мощи получается? Или как? Пока непонятно. Так, ну... Вроде бы... Что-то вроде бы получается из этого дела. Так. Я сейчас пока не понимаю, правильно ли я тут делаю, но... Вроде бы пока похоже на что-то. То, что нужно. Так, теперь. Плюс 2. А, уже неверное напряжение. Вот. Это финальное, и оно нормальное, скажем так. Так, этих не хватает, этих не хватает. Теперь вот давай вот такую. Вот такую и еще одну такую. Так, и фактическое напряжение. А связано это с тем, что нужно вот сюда двоечку. Да. Окей, готово. Готово. Так. Это поможет держать равновесие тем, кто будет носить протез. Супер, теперь энергоэффективность. Энергоэффективность. 8 энергии требуется. Нифига. Протеза. Так, энергопотребление протеза здесь безумно жесткое, я вам скажу, ребята. Прям клевое. Но один фиг нам нужно с тобой... вот эту штуку как-то сделать. Так. Но их применить в любом случае потребуется. Но надо 8, прикинь. Так, ладно, давай попробуем эти 8 сделать. Так. Теперь муфточка вот такая идет. И минус 1 попробуем. Так, сейчас нужно как-то ситуацию нам выравнивать с тобой. Для этого. Снова вот такая. Потому что тут уже не стоят поворотники эти. Так, теперь вот так. И вот сейчас уже мы приступаем непосредственно к необходимым. Я беру по минус один, потому что самые щадящие штуки, я тебе скажу. Так, теперь вот это. Так, теперь вот это, которое... соединяет. Так, а вот теперь можно пятерочку ставить. Красивую пятерочку. Так, сейчас напряжение 1. Подожди, тогда лучше, наверное, двоечку поставить, да? Это минус 2. А хотя там, наверное, разницы-то и не было бы никакой. Главное вот здесь сейчас, в общем, восьмерку создать. А что ее тут создавать? Вот, пожалуйста, мы ставим 4. И ставим пятерочку. И у нас с тобой семерочка. А связано это с чем? А вот сейчас мы будем искать с тобой поломочку. Связано это с тем, что здесь четверочку можно воткнуть. И поломочка устранится. В смысле? Как это так? А, фактическое напряжение должно быть 8 в принципе. Значит, мы с тобой сейчас вот можем иметь 8. В данный момент имеется 8. Но отнимается 4. Получается, что сюда двоечка, да? А, тогда у нас 6. Отнимается 4. Так, тогда 4 и надо, если 8-то. Но четверок больше нет, слушай. А четверок больше нет. Тогда мы можем поставить пятерочку. А вот сюда воткнуть минус двоечку. Все, нормально. Минус двоечка это то, что отлично. Нужно. Так более рационально и безопасно. Я согласен. С иглы. Так, и чё? Поделали дел? Теперь можем сюда идти. Так. Купил себе колу, кстати. Колу хочу попить при вас. Слушайте, ребятки. Паркер! Доктор Октавиус, я... Что это у вас там? Лапша.
Если бы я знал, что ты тут, я бы... Что это у тебя там? Да так, один проект. Ну да. Наливайте себе тоже чаек, колу. Это ты? Лимонад, сок. Я не знаю, что... Да брось, Паркер, это же очевидно. Я объясню. Что ж ты раньше не сказал? Я хотел. Но боялся, если кто-то узнает, моя семья будет в опасности. А. Да. Раз ты делаешь ему снаряжение, то под угрозой ты тоже. Да. Ну, да. Он сначала подумал, что он угадал, что это он, паук. Я нем как рыба. Ну, я, пожалуй, пойду. Я тоже сначала подумал, что он раскусил, а он просто снаряжение для него делает. Фух, выдыхай давай. Крутая игра. Ребят, надеюсь, вам нравится. Подписывайтесь обязательно на канал, кто еще этого не сделал. Если кто-то хочет поддержать, ссылочки все в описании. А проверь свой имейл от Отто, записочка. Проверь почту. Я там все себе починил, все, что можно и нельзя. Не уволить меня хочет. Какой там уволить, ты че? Питер, когда я узнал, что ты подрабатываешь изготовлением костюмов Человека-паука, это правильный термин? Я вспомнил, какой ты замечательный человек и партнер. Даже когда ты очень занят, ты находишь время помогать другим. Заметив, что костюм поврежден, я взял на себя смелость придумать несколько улучшений для него. Во вложении ты найдешь некоторые мои идеи, которые улучшат костюм и помогут защитить Человека-паука. Ну то есть Отто тоже за паука. Так много делает для города. Я горжусь нашей общей работой, которая меняет мир к лучшему. Круто. Твой партнер и друг Отто. Конечно, друг, сразу. Паук? Я так понял, мне новый костюмчик, да, замутили? Теперь вы можете использовать жетоны для изготовления улучшенного костюма. Так. Подожди, а как выбирать их? А, чтобы заработать жетоны, выполняйте побочные задания, совершайте различные действия в городе. Жетон преступлений, 5 из 2. Жетоны рюкзака. Но у меня... А, все отлично. То есть у меня есть уже определенные... А как их выбирать? Доступен новый костюм и функция костюма. После изготовления костюма новая функция будет выбрана автоматически. Так, продолжить. Выбрать любую из доступных функций костюма можно в соответствующем меню. Так, синтетический биоматериал, вырабатывающий гормоны, концентрации на короткое время. Для использования нажмите 3. Офигеть. Так, ладно. Выполняйте задания, участвуйте в событиях, чтобы костюмы... Да, все, я понял. Должно сработать. Еще и эффекты суммируются. Нифига у костюмов там, по-моему. Это круто. Да, ребятки, да, это замечательно. Ничего не скажешь, конечно. Тек. Хорош! Просто жесткий какой, а? Пардон, спешу на работу! Ну, красивый, не позорься, не позируй. Не позорься, не позируй, говорю. Все отлично. Круто. Костюм старый добрый я. Старый добрый я и кусочек имбиря, я не знаю. Так, окей. Так, мне сейчас куда? На точечку, вот на вот эту, да? Доступен DLC, город, который никогда не спит. Для доступа к компаниям «Город, который никогда не спит», перейдите в закладку DLC. Так, это все потом, давайте играть сначала в это все. Так, я сразу на следующую точку иду, получается. На следующую точку, это значит вот туды. Так, окей. Человек-паук, думаю, я поняла, как люди Фиска все еще ведут его дела. Его стройплощадки. А ее не закрыли после его ареста? Нет, это одно из его законных дел. Много инвесторов. Без причин мы не могли. Но сейчас причина есть. Так. Юрий, я на стройке Фиска, и тут куча парней, которые совсем не строительством заняты. А что они делают? Сейчас я это выясняю. Ха, док прислал сообщение.
Похоже, новая идея паучьего гаджета. Он хоть во сне перестает изобретать? Нажмите Tab, чтобы открыть страницу. Разработки Ота позволяют вам изготовить ударную паутину. Прикольно. Мощный выброс паутины, мгновенно обездвиживающий врагов. Удерживайте, чтобы изготовить ударную паутину. Серьезно, ее еще можно я уже ее, получается, удержал и изготовил. Получается, я могу усиление, да, еще этой темы все делать. Для получения доступа к новым гаджетам используйте жетоны и детали. Мощный выброс паутины, мгновенно обездвиживающий врагов. Ну, прикольно. То есть я могу сейчас его использовать, правильно? Ударная паутина. А, то есть вот для него улучшение есть, и потом он становится мега крутым, да? То есть сейчас мне нужно жетон преступления сделать, чтобы я усилил ее. Окей, прикольно. Похоже, может сработать. А мне покажут, как... А, удерживайте, чтобы вызвать меню выбора гаджетов. Так, это вот ударная и есть, да? Окей, нажмите Е, чтобы выстрелить ударной паутиной во врага. Шикарно! Хорош! Нравится. И у меня она одна осталась, да? А, две, хорош, они обновляются. То есть я буду по стелсу сейчас, ребята, раскидывать или как? Здравствуйте, мужчина. Стелс это круто. Все чисто, братишка. Здравствуй. Все по стелсу, так? А, все кончилось, да? А дрон-паук что делает? То есть моя ударная паутина закончилась. Вы тут новички. А, ее надо обновлять, да, насколько я понимаю? Вам не стоит опаздывать с доставкой. Никогда. У босса строгий порядок. Барабаньки. Так, ладно, давайте сдраться. Я не понял немножко, как ее изготавливать, эту тему. Но это было круто. Так, окей. Воу, взорвалось, нихера себе, под ногами прям. Так, тихо, пацаны, не надо. Драться со мной не нужно. Стрелять в меня не надо. Так, держи. Здорово, пацаны, как дела? Нормально все? Так, я увидел. Блин, интерактив с предметами. Ага, взрывчаточку, не надо мне взрывчаточки, ребятки. Ни в коем разе не нужно. Так, окей. Здравствуй. Так. Окей. Черт, еще парни. И девочки тоже. Нет, а девочек нету. Было бы прикольно, если бы все были. Воу-воу-воу, с дубинами это уже жесткие какие-то. Так, тут надо аккуратно. Мы накрыли четырех нелегальных. Подожди, Ватанабе, я выжить пытаюсь. Так, окей. Торговля оружием. Попробую перекрыть. Чё, стоять просто будешь? Ну-ка, на-ка тебе. Задайте ему. Так, еще взрывчатка пошла, жесть. Ты чё там застрял, мужик? Здравствуй, как тебе? Нормально? Ах ты ублюдок. Как дела? Привет. Ты упал, ты жив, что ли? Так, все. Да сколько же вас, как китайцев. Ваш новый костюм обладает специальной функцией. Функции костюмов наделяют вас особыми способностями. Выбранная вами функция костюма непрерывно генерирует концентрацию. После применения функции костюма со временем восстановится. Чтобы использовать функцию костюма, нажмите 3. Я это читал. Давайте попробуем. Окей. Кажется, они позвали друзей. Так, окей, поехали. Охренеть, жесткая какая тема. Так, окей. Круто, да. Здравствуй. Привет еще, парни. А у нас вечеринка. Обувь снимайте в коридоре. Если не носите носков, то купите уже носки и носите. Куда полез, мальчик? Офигеть, ты отнял. Подожди. Меня сейчас убить так могут, эй. Ты так не делай. Падай давай. Да ты что? А я думаю, мой. Здорово. Боря Моисеев. Так, окей. Блин, как же он исполняет, охереть. Так, Борис, ты еще живой, что ли? Ну-ка, на-ка. Так. Привет. Как твои там? Ничего. Здравствуй. Так, все, опять упал. Блин, а их прям дофига. Их прям много.
О, взрывы. Взрывы происходят. Неприятно. Так, окей. Воу-воу-воу-воу! Взрывы! Капец! Так, тихо-тихо-тихо. Меня дезориентируют, короче, когда взрывы происходят. Неприятно. Так. Я понял тебя. Воу! Жесть. Чувак щит потерял, люлей получил. Все правильно. Так, я ухожу. Так, надо немножко отхилиться, потому что это неприятно чуть-чуть было. Так, функция костюма готова. Так, могу 3 нажать. Замечательно. Вырубим его. Здравствуйте, концентрация. Концентрация, здравствуйте, так. Блин, как же он исполняет? Я херею над ним. Ох, пацаны, как же вас много. Это жесть. Фига, ты давай прекращай стрелять с базуки, это не твое. Его аж откинуло на 300 метров, вы видели? Он так ее держал долго, его аж вот так бух, вынесло. Теперь тут чисто, капитан. Только все в паутине. И кто-то наконец сообщил о выстрелах. Отряды уже в пути. Офигеть, экшен был. Жесть. Добивающий при... Блин, я добивающих приемов не доделал. Ну да ладно. Ну да ладно. Есть еще стройки в городе. Уверена, это тоже прикрытие. Наведайся туда и сообщи, если увидишь что-то подозрительное. Зачищайте тайники Фиска в разных местах города для получения жетонов Бас. Офигеть, сколько тут всего. Ребят, вы бы хотели вообще это видеть? Ну, не только основной сюжет, но и вот это тоже. Потому что, ну, я имею в виду вот эти вот башни Фиска, все вот эти моменты. Я понимаю, сколько много нужно делать в игре. Вот, ребят, это просто жесть. И надеюсь на вашу поддержку, на то, что поддержите лайком. А кто захочет поддержать донатом, чтобы выходили новые серии, я буду очень рад, если вы поддержите меня донатом. Это можно сделать, используя объемную обработку фотографий. Ссылки в описании. Пожалуй, я знаю, откуда начать. Так, окей, мы знаем, откуда начать. У нас там есть 700 метров с тобой. Так, ну, я думаю, мы сейчас до туда дойдем и, в принципе, на этом можем серию с тобой закончить. Это очень круто, это очень круто, мне очень нравится. Очень надеюсь на вашу поддержку, ребята. Она сейчас очень важна. Так, окей. Да, кстати, мне с клавиатуры намного удобнее играть, нежели с джойстика. С джойстика вообще как-то не получается нормально у меня. Вот, наверное, потому что у меня никогда в жизни плойки не было. Вот. Поэтому я не сильно приучен к таким играм на джойстике. Но я вам говорю честно, и мне за это не позорно вообще ни капля. Здорово. Так, окей. Старый добрый Empire State. Люблю этот город. А теперь фоточку. Так, на R можно, да, сфоткаться? Сфоткать. Удерживайте, чтобы навести камеру. Ну вот так. Объект в кадре. Все, и E, да? Empire State Building. Так пойдет. Карта сейчас перенастроится. То есть жетоны ну, еще за то, что я фотки, я почти, да, делаю? Фоткал. Уже забыл, как это здорово. Короче, цели... смотри, фотографировать городские достопримечательности для получения жетонов. Получается, жетоны за зачистку строек Фиска. Это уже как дополнительные задания, получается, могут идти. Фотки как дополнительные задания, рюкзаки как дополнительные задания. Ну и разнос всяких банд. Это тоже как сайт-квесты. Они все здесь как раз вот показаны внизу, рядом с ресурсами, да. Это очень круто. Это очень круто. Тут мы можем усиляться с тобой, всяческие штучки мутить. Офигеть. Офигеть. Но с этим надо, конечно, будет разбираться. Все это делать. В Мидтауне одна из 16 у меня достопримечательностей. Вот, пройдено. Получен опыт немного. А, это мистер Ли. Алло? Питер, это Мартин Ли. Хотел тебя предупредить, у нас еще не все готово к вечеринке. Курьер с тортом, кажется, застрял в пробке. А, конечно. Скажите, как будете готовы, я заскочу. Отлично, до связи. Окей. Так, появилось свободное время. Посмотрим, что творится в городе.
Исследуйте город, чтобы улучшить свое снаряжение и способности. Ну, своего рода новое побочное задание. Слушайте, ну на него я отправлюсь уже в следующий раз. Внимание! Мы получили сообщение о наркосделке. Проследуйте к центральному вокзалу. Окей, в принципе, мы так тогда и поступим. Все заработанное войдет в какой-то фонд, мы докажем, что толстяк невиновен. А, все, я понял, это имеется в виду, что фиск, типа, все нормально с фиском, короче. Так, вот это я сейчас посмотрю, что здесь. И, в принципе, все, это полицейский участок. Я могу в него войти, что ли, получается, или что? А, обнаружены... давайте расшифруем. Поможем полиции. Spider-Man, так, окей. Поможем полиции расшифровать сигнал. Это надо, короче, прям жестко задрать вот эту вот штучку. Почти вот так, окей? Вышки в районе одна из трех. А, то есть мне полицейские вышки три штуки надо, да, помочь сделать? Но мы можем как бы сейчас, ладно, их быстренько сделать, и будет нормально. Давайте попробуем. Тут еще недалеко вышечки вон есть. Так, давайте на них, собственно, и полетаем тогда. Сейчас с вами их сделаем, москарячок. Я так понял, у нас тогда будет с вами с полицией более лучшие отношения после такого. Мистер Ли? Питер, у нас все готово, ждем только тебя. Отлично, уже в пути. Так, ну я думаю, сейчас я с вышками разберусь, и потом все будет нормально. Потом мы к мистеру Ли зайдем. И к мистеру Мули. Всем Хуили. Пока, так, ко всем. Нужна помощь на месте аварии. Так, расшифровываем. Намада? Так. Так, давайте вот здесь вот так сделаем. Так, вот так немножко. Чтобы более-менее у нас совпало с тобой. Так. Вот как-то... Вот, окей. Так, два из трех. Еще одну сейчас сделаем с тобой, и отлично будет. Escape. Тык. Тык, тык-дык. Тык-дык-тык-дык. Вот туда. Есть еще одна линия. Ой, и рюкзачок по пути возьмем. Все тоже хорошо. Куда ты, мой маленький друг? Внимание, дружелюбный сосед, Человек-паук. Где мой рюкзак? Куда ты его наклеил? Подожди, не понял. А, так он наверху, что ли? А. Это так я. Спустись. Так вот, я говорю. Здорово, док. Мы снова в деле. Предварительно, если наш небольшой инцидент ускользнет от внимания мэра. Будешь завтра на подгонке? Обязательно. Все пройдет хорошо. Здесь как в киберпанке. Я согласен и просто на отсутствие возгорания. Увидимся завтра, Питер. Нас ждет важный день. Здесь как в киберпанке. Куча всех звонит, куча людей хотят сдать какое-то задание. Тут все кипит жизнью, короче. Это очень круто, ребят. Надеюсь, вам нравится. Так, окей. Так, вот следующая вышка, полицейская. Здрасте. Давайте восстановим здесь все, что надо, и, собственно, на этом закончим серию. Так. Но здесь надо именно вот эту подтянуть волну. Так, и вот здесь вот так. Так. Вот так. А, в смысле? Это не три из трех, это вот в том районе три. Это я с другого района уже зацепил вышки. Вот, наверное, вот та вышка, да, к тому району относится. Блин, ладно, давайте на нее слетаем. Тут вышек полно, ребята. Я думал, их всего три вот именно здесь, по вот этому вот. Всем машинам в секторе. Произошло ограбление. Так, рюкзак. Происшествие в районе Мидпакинга. Мидпакинг. Рюкзак далеко. На крыше опять. Так, где? Где-то слышу. Где он его налепил? Здесь, да? Да, увидел. Здравствуй, рюкзак. В смысле, это не ты, что ли? А как это так? А, он здесь его где-то наклеил. Все в порядке. Круто, круто. Он его на балконе, короче, наклеил. Я понял. Вот здесь. В смысле, как? Откуда сигнал идет? Вы его видите? Подожди, ну-ка. А! Он же на V подсвечивается. Я, по сути, правильно его заметил, да? Он как раз вот здесь и был. Я же шел правильно. Только заметил не с той стены. Паутине ускоряют доставку пиццы. Получайте ее быстро и одним комочком. Прикольно. 5 из 55. Круто. Внимание всем машинам, похищение. У нас происшествие в районе Мидпэкинга.
Происшествий, конечно, полно, но я один. И я продолжу в следующий раз. Всем спасибо за просмотр. С вами был Влад. До новых встреч. И в следующий раз отправимся дальше по сюжету. Потому что много всего, я чувствую, у нас с тобой здесь. Поэтому мы с тобой жмем сохранить. Вот это дело продолжить. И у нас офигеть сколько всего. Всем спасибо за просмотр. И пока-пока.